смотри, ты сдал сверху, и когда ты будешь переворачивать его, он руку обязательно выставит. Но у него на 20 килограмм меньше. Может травмировать. То есть не отсюда, а вот сбоку, как бы руку отключить, чтобы он мог руку поставить. Да, это пойдет. Здесь сейчас вот это. HZ, 9, 3. И вслух считаем. Вслух считаем. Я не слышу, что вы считали. Один щиток. Один считает, другой делает. Один считает, другой делает. Так нет, оба делаете, один считает. Здесь вот есть совсем работает. Одна рука, вот по дворах. Вон. Значит, вы знаете, да? Здесь пункт есть такой. Если ты держал одну рукой захват и сделал вот этот захват, бросок считаешь. Если ты сразу пошел сделал, без захвата, то тебе, я не знаю, то ли шида, то ли консультовать, не знаю, шида ты как. Шида. Еще раз. То есть перед тем, как ты должен захватываешь за туловище, у тебя должен быть захват хотя бы одной рукой. Или двумя, или одной. Но обязательно должен быть захват. Один. Тогда ты можешь пойти и взять. И если у тебя перед этим, я вот сейчас пропустил, но если у тебя, я ему специально даю говорить, чтобы она отдохнула. Если у тебя нет захвата, то есть ты сразу пошел, судья тебе даст шиду. Я не слышу, как вы считаете. Крути дальше. Стоп. Смотри. Он тебе сделал бросок? Надо было просто дальше крутить. Ты рым шел, а так ты чуть не остановился. Так, Лилю. Здесь сейчас вот ты, а Шидель пресс. А ты все правильно. Нет, просто. А, все, да? Все тогда. Ну, хорошо, да. А, ну и сейчас. Что все? Сюда. Легли лицом ко мне. Сюда поле двигайся. Здесь сейчас вот эти. Пошли. Уно, дой, три, патро, чинч, шаса, шапка, о, ноу, здесь. Кто? Андрюк, он делает лучше, чем ты. А ход ходил резко. И не до конца немножечко. Хорошо, пресс. Ногами друг к другу. Ногами друг к другу. Можете держаться, можете не держаться. Ага. Приготовились. Пошли. Уно, дой, три, патро, чинч, шаса, шапка, оп, ногу, здесь, смотри, и ашизай. Пошли. Уно, дой, три, патро, чинч, шаса, шапка, оп, ногу, здесь. Стоп. Я вас прошу, у вас по 20. Чтобы было по 30, сделайте еще по 10. Идите к Лиле, выйдите сюда чуть-чуть вперед. Вот все втроем, вот здесь на ковре, делаете отжимания, пресс этот. И хотите качаться, хотите домой. Все, я отпускаю. И все? Да. Все. Да. Стоп. Вы здесь и здесь и здесь, и когда сделаете, позовете меня, попрощаетесь, и я бах сюда. Фингерс, бах сюда.
чуть-чуть вода, чуть-чуть назад, чуть-чуть. И рука, рука, рука. Длинная спальня. Аллилуйя. Пожалуйста. Завтра 2 часа парная. Андрюха, у вас сколько урока? 5. Вы будете качаться или сразу парную? Привет, да? Все, я буду в час. Парную тоже. Парная бесплатно. 2 часа. Плавки. Полотенце. И здесь рядышком парень. Вы все делаете по 10 раз. Вот там кимоно. Кимоно это Лира. И на сегодня все. Не забудьте попрощаться с Юрием Александровичем и Сергеем Анатольевичем. А что это у нас крест еще раз? А, там, спасибо, там мой мобильный. Не надо нам какие-то соревнования провести. У нас есть вот Коля есть, Андрей есть, Кабаки есть, Ваня есть, вот этот мальчик Владимир есть. Можно устроить. Есть вот Либер, Вискон, Стерни. Это да. Спасибо, я забыл. Возьми, пожалуйста, на вешалку. Если здесь нет, повесьте меня тогда. Хотели купить. Вот, конечно, я вам на ровно. Ну, пожалуйста, на меня сколько? Ну, пожалуйста, на меня сколько?